В конце года на американских автомобилистов традиционно обрушивается цунами из новинок. И этот выпуск мы решили посвятить двум премьерам, каждую из которых было бы неплохо увидеть и в России. Но, увы, первый дебютант – радикально переделанный Nissan Armada. Это заокеанский близнец модели Patrol, который, вслед за своим родственником, приобрел новые фары, капот и даже передние крылья. Но при этом получил слегка иное выражение лица. Интерьер Армаде тоже достался немного другой, с оригинальной центральной консолью, которую венчает большой тачскрин медиасистемы. Сам салон может быть 7- или 6-местным. В последнем случае на втором ряду стоит пара раздельных кресел. А вот технически большой Nissan остался аналогичен брату. Ему полагается атмосферный бензиновый V8 отдачей свыше 400 сил, 7-ступенчатый автомат, а также задний привод. В Америке это считается нормальным. Хотя трансмиссию 4x4, построенную вокруг многодисковой муфты, при желании заказать тоже можно. Но делать это особо не принято. На реальное бездорожье выезжают немногие. Но самое интересное – это цены. В привычных нам рублях огромный внедорожник планируют продавать за 3,5 миллиона. Пожалуй, такая армада нашла бы своего клиента и в наших краях. Но, видно, не судьба. Дебютант номер два – Ford F-150 по прозвищу Tremor, то есть дрожь или трепет. Трепетать предполагается по поводу внедорожных возможностей пикапа, который станет самым крутым представителем семейства, пока свежий Raptor только готовится. Умеренный тюнинг вышел довольно неплохим. За неоднозначной приставкой Tremor скрывается усиленное шасси, увеличенный клиренс, грязевые колеса внешним диаметром 33 дюйма, механическая блокировка сзади, а в качестве опции и передний дифференциал повышенного трения Torsen. Вдобавок авторы расщедрились на фирменный обвес и оранжевый декор кузова. Апельсиновые вставки присутствуют и в интерьере. А под потолком расположилась консоль для управления лебедками, светом и другим оборудованием. Ездовая электроника заточена под бездорожье. Притом инженеры напридумывали множество необычных штук, вроде ассистента разворота. На грунте он заблокирует заднее внутреннее колесо, чтобы машина могла крутиться буквально на пятачке. Заказать любопытную версию можно хоть сейчас. Однако цены будут раскрыты только через полгода, когда новинку начнут отгружать дилерам.